А как я на балкон буду ходить? А вот ходи через ту квартиру. Тебе ходить полезно. Больше будешь ходить, быстрее похудеешь. Вот тогда и за бутербродами в другую квартиру ходи. Это гостиная. Ну, вспоминаешь что-нибудь? Вспоминаю. Ой. Что живу я не богато. Паразит, долго я буду тебя просить выбить ковер? Мама, что ты тут делаешь? Мама? Сынок, сейчас я тебя выпарю при тетях. А это что за мешок с картошкой? Так, ладно, пошутили и хватит. Эту хрень относите, пусть она принимает форму помойки, и верните мое кресло. Жулики проклятые! Мошенники! Колбасы-то дай, а? Ты сам сказал, это пробники. Ты понюхал и хватит. Как младенец. Египетская сила. Ну и черт с ним. Меньше шампуни буду тратить. Давай мне всего и побольше. Это что за хрень? Я что, тебе индюк, что ли? Коль, ты опять не закрыл дверцу холодильника. Тебе надо, ты и закрой. Вообще-то это больше тебе надо. Там твой борщ, холодец и пирожки с мясом. Лёнь, ты что там в туалете, привидение, что ли, увидел? Я это привидение вижу каждую ночь. Ты думаешь, от чего я лысый и седой? Вы в квитанции не расписались. Ой. Держи! Извини за почерк! Сил моих больше нет. Сил, может, и нет, а дури навалом. Коленька, как ты, Коленька? Бабушка, кто вы? Охренеть. И вы мне еще за это платить будете. Ать. О! Дебил ТВ! Пап, иди посмотри, может, у них какая-нибудь эта веревочная лестница есть. А может, сразу лифт? Николай Петрович, здравствуйте, вы уже вернулись? Ой, а это кто? Папа, тихо, папа. Папа, это моя жена Вера. Странно, что вы вместе. Все-таки клево, что вы придумали под себя землю бросать, пап. Ага, дошло. Через 2 часа. Ну и пошел нахрен. Охренеть можно! Царь-телевизор! О, египетская сила 5-й точки включается! Ну как? Спасибо, очень вкусно. Это не мой муж. Что за ерунда у тебя на голове, а? У меня аналогичный вопрос к тебе. Я тебе сюрприз подготовил. Мне уже Галя 2 сюрприза сделала. Ты второй. С тех пор я сюрпризов не люблю. Дебилы! О, египетская сила. Пап, вытащи нас отсюда, пожалуйста. А? Не, еще чего. Я испугался, что ты будешь первым дебилом, попавшим в открытый космос. Вот это хреновина. Здоровенная хреновина. Ваш Лёня возвращается в состояние ребенка. Но еще проще. Дебил. Кстати, посмотрите вот это. Мне думается, что это тоже ваш пациент. И что же, по-твоему, я должен чувствовать, а? Радость? Хренадость! Слушай, в общем, там мама. Да хрен с ней, с мамой. Посмотри на меня. Я свободный человек. Я живу, как хочу. И твоя мать мне жизнь не портит. Ля-л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 я